Всем здравствуйте, хорошего дня. Хочу показать вам нашу елочку, красавицу. Пока еще не разобрали. Елочка у нас искусственная, достаточно высокая, выше меня ростом. И украшена она как покупными игрушками, так и игрушками, которые я делала сама. Сейчас покажу поближе. И еще игрушками, которые делала дочка моя. Вот она делала такого снегирька из ниток. Украшает он елочку сверху. Дальше вот такая вот игрушка из шерсти, бабочка. Я ее делала сама. Похожие такие игрушки у меня заказывали. Я их делала на заказ моим заказчикам-коллекционерам. А вот такой щелкунчик. Тоже я его делала сама. Очень красивый такой. Все полностью ручная роспись, ручная работа. Дальше вот такой вот зайка милый из шерсти. Тоже игрушка, как и бабочка. А эта зайка, она самая популярная игрушка, даже не помню сколько, как-то я считала. Очень много я таких подобных игрушек делала. Это самая-самая популярная игрушка. Дальше вот такая вот Маша с пирожком. Это уже ватная елочная игрушка. У нее тут лапти, платочек, все в русском стиле. Дальше вот такая вот милая девочка-пеленашка, тоже ватная елочная игрушка. На таких девочек тоже у меня очень много было заказов. Такая симпатулька. Вот такой вот милый ангелочек. Тоже ручная работа. Моя ватная елочная игрушка. Потом вот такая вот зайка. Это ватная елочная игрушка. Тоже моя. Таких зайк я тоже достаточное количество сделала. У нее тут косичка с бантиком. В руках она держит петушок на палочке. Мальчик с флажком. Вот такая вот девочка с мороженым, тоже ватная елочная игрушка. Кошечка, тоже ватная елочная игрушка. Это любимая игрушка моей дочки. И когда я ее сделала, она сказала: «Я ее оставляю себе». На год тигра. Вот такого милого тигренка я делала с флажками. Даже снимала по нему мастер-класс. У меня есть подробный видео-мастер-класс по этой игрушке. Его можно приобрести и тоже сделать такую игрушку. На основе этой игрушки можно сделать других животных, тоже из ваты. И вот такой малыш-тигренок на год тигра я тоже его делала. Тоже мы его оставили себе, он моей дочке понравился. В кармашке у него шоколадка Аленка, присыпан он снежком. Шар елочный, это я тоже сама расписывала по мультфильму советскому, когда зажигаются елки. С одной стороны у него здесь Снегурочка, а с другой стороны здесь Дед Мороз.
такой вот шар новогодний, елочный. Так, а кто еще остался? Вот такая вот игрушка. Василиса прекрасная. Это тоже дочка себе оставила такую игрушку. Вот такая вот красавица. И шар, тоже расписанный мной. По мотивам советских открыток новогодних. Такой вот мишка. Ну и, конечно, на елочке есть игрушки советские, еще с моего детства. Вот такая вот, например. Их осталось очень мало, очень много побилось игрушек. Год назад у нас елка упала. Ночью ни с того ни с сего всех перепугала и побила очень много игрушек. Вот такая вот совушка. Вот остатки того, что удалось сохранить. Крокодил Гена. Такая вот моя любимая морковка стеклянная. Совушка. Боже, коровка. Это все игрушки из моего детства. Птичка пенопластовая. Еще одна такая где-то была. Так, ну и что еще? Вот такая вот шишечка. Тоже советская. А, забыла показать еще вот из ватных елочных игрушек моего производства. Вот такой гранат еще. Я их делала два. Один гранат купили, один я оставила себе. А вот советская игрушка кукурузка. Котик в сапогах, мой любимый. Колокольчик. Еще одна совушка. И там вот прячется еще одна совушка. Три вот такие вот вишенки чудесные. Тоже было их несколько, все побили. Светофор тоже мне очень нравится. И еще один котик в сапогах. Остальное все, конечно. А, нет, вот еще советская игрушка тоже мне очень нравится. Там внутри, наверное, дождик в ней. Или гирлянда какая-то в шарике. Что она так смотрится интересно. Остальные игрушки уже современные. Какие-то стеклянные, новые. Как вот это вот мороженое, шишка. Вот фарфоровый щелкунчик очень красивый. Это нам дарили. У него где-то еще был орешек золотой. Такая вот у нас елочка-красавица. Елка стоит у нас всегда очень долго. До весны это точно. Я не разбираю, любуюсь. Тем более у меня работа связана с елочными игрушками. А вот еще забыла показать шарик. Тоже мой любимый, очень красивый. Он в темноте. Вот этот белый рисунок светится. Наверное, фосфором нанесен. Тоже такой красивый розовый шарик. Давайте включим огоньки, посмотрим, как она с огоньками смотрится, наша елочка. Красота какая. Вот хожу и любуюсь.
Еще одна маленькая елочка у меня наряжена. Здесь уже висят современные маленькие елочные игрушки. Я для нее покупала. И захотелось мне украсить ее дождиком. Пошла в магазин. Специально искала, где продается дождик. Так хотелось мне дождик, как у нас был в советском детстве. Обязательно дождик на елке. Можно фонарики включить, свечку. Сразу стало очень нарядно. И огоньки на елочке. Давайте включим. Новогодние праздники так быстро проходят, что я всегда не успеваю налюбоваться на эту красоту. Вот как сразу красиво. Хочу вам показать еще книгу, я купила. Называется она «С Новым годом и Рождеством». И книга посвящена рождественским и новогодним открыткам старинным. Тут описывается, как они появились. Про первые открытки почтовые в России, в Европе. Я уже начала ее читать. Она меня, конечно, привлекла больше картинками своими, когда я ее выбирала. Фрагменты старинной открытки европейской. Вот так вот. Давайте быстро вам пролистаю. Здесь описывается, почему и какие символы на открытках использовались. Почему колокольчики, например? Почему незабудки рисовали? Грибы, вот, например, мухоморы. Все это, конечно, символично. И вот автор здесь описывает. И очень много иллюстраций. На каждой практически странице иллюстрации со старинными, ну, в основном, конечно, европейскими открытками. Вот эта открытка была. На обратной стороне обложки. Книга очень красочная, большая, объемная. Мне понравилось. У меня несколько красочных новогодних рождественских книг. Эта тема меня очень интересует. И если я вижу какую-то новинку, посвященную этому празднику, то я, конечно, ее стараюсь приобрести. Очень-очень много иллюстраций. Открытки все старинные. Такая вот интересная книга.